В Мариэл прошли испытания новейшего военного тягача, предназначенного для транспортировки тяжелых ракетных установок. Кадры испытаний опубликованы в открытом доступе в интернете на YouTube-канале Роскосмоса. Как сообщают представители Роскосмоса, на видео сидельный тягач КАМАЗ, предназначенный для буксирования прицепов весом до 165 тонн. Одновременно проводились и испытания полуприцепа, на котором можно транспортировать и подавать в шахты тяжелые баллистические ракеты. Разработка тягача ведется в рамках проекта «Платформа О». Эта программа предусматривает создание семейства машин, которые будут использоваться в войсках в качестве тягачей стратегических ракетных комплексов, в том числе тяжелых, для транспортировки военной техники, носителей, мобильных общежитий, узлов связи, командных пунктов и штабов. У сидельного тягача все колеса поворотные. Это увеличивает маневренность машины, позволяя ей перемещаться боком или разворачиваться с небольшим радиусом. По данным пресс-службы госкорпорации, испытания, которые проводились в Волжске, были признаны удачными. И новая машина может быть вскоре принята на вооружение.